повышение, если и будет, оно, я думаю, будет в ближайшее время, это будет на 2, ну, на 3 рубля максимум. Себестоимость проезда уже за 30 сегодня, по тем ценам топлива и по тем затратам, которые сегодня идут. Поэтому эта погода не сделает совершенно. Сегодня все средства уходят только на топливо. Сегодня мы не можем повысить заработную плату. Уже до 40% в некоторых предприятиях нехватка водительского состава. Сегодня валятся, извините за такое выражение, автобусы большой вместимости, потому что много лет не приобретается новый подвижной состав. Поэтому мы сегодня предлагаем городу, просим край рассмотреть в комплексе вопросы пассажирских перевозок.